От всего огромного сибирского сердца поздравляю вас с юбилеем нашего красивого и замечательного города. 285 лет – это очень серьезная цифра. И я желаю вам, чтобы в ваших семьях всегда была гармония и взаимное уважение. Желаю вам мирного неба над головой. Пусть всегда все будет хорошо. Арсений Бородин. С праздником! Дорогие барнаульцы, поздравляю вас с Днем города. Желаю нашему городу процветания, вам хорошего настроения, быть всегда на позитиве и приходите на стадион «Динамо». Мы вас будем радовать. Дорогие друзья, нашему с вами родному и любимому городу Барнаулу 285 лет. Дата серьезная, поэтому и пожелания будут серьезными. Городу искренне от души желаю стабильности, развития, а его жителям душевного спокойствия, здоровья, удачи, добра и любви. Так что с праздником всех, берегите себя, ура! Души поздравляю барнаульцев с Днем города и желаю, чтобы город расцветал, был культурным и красивым, комфортным для жизни. А жителям города желаю здоровья, счастья и полноценной, интересной жизни. Для меня сегодня радостный и светлый день, потому что моему родному городу, который дал мне жизнь, который определил судьбу мою творческую, городу Барнаулу исполняется 285 лет. Это светлый, замечательный город моей юности, моих надежд, многие из которых исполнились в жизни. И я желаю всем моим землякам, барнаульцам, добра, счастья, света и хорошей музыки. Я обожаю Барнаул. Во-первых, это моя родина, Алтайский край. Он настолько красивый город Барнаул, что я хожу по нему, по новым улочкам, по старым. Люблю смотреть отреставрированные дома. Люблю быть на площади у Краевого театра имени Василия Макаровича Шукшина. Поздравляю и буду рада встрече новой с вашим городом и с людьми, которые мне дороги. Дорогие барнаульцы, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, с юбилеем вашего прекрасного города. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, тепла и добра, и главное, мира. Стрижи сегодня будут летать для вас. Всего вам самого доброго. С огромным уважением, пилотажная группа «Стрижи». Я хочу поздравить жителей Барнаула с Днем города. За те почти 25 лет, которые я прожил в других городах и странах, Барнаул чрезвычайно помолодел, стал более приветливый, более комфортабельный. Те партнеры из США, которые приезжают к нам в город, отмечают, всегда говорят теплые слова о городе. В первую очередь отмечают гармоничность архитектуры, огромное количество деревьев, зелени, цветов на улицах. Я надеюсь, что Барнаул продолжит свое гармоничное развитие, и жители города увидят много современных зданий, где будут располагаться научно-исследовательские организации мирового уровня. С Днем города! Привет, Алтай, привет, Барнаул, с вами Доминик Джокер. Барнаул, я поздравляю тебя. 285 для города – это вообще не срок. Ты только-только начал жить. А вам, уважаемые барнаульцы, я желаю светлого неба и солнца, что всегда греет вас сверху. Храни вас Бог, Он вас един. С праздником, дорогие барнаульцы! Я очень люблю и люблю свой город. Я хорошо помню 69-ю школу, где я учился, имени 28 героев-панфиловцев. Я хорошо помню педагогический университет, исторический факультет и, конечно, любимую студию телевидения.
Я хорошо помню слова из детства, которые всегда звучали на День города. Площадей твоих гул не забыть никогда. Барнаул, Барнаул, я с тобою всегда. Я с тобою всегда, и моя семья тоже всегда с тобой. Барнаул, ты и есть моя семья. С праздником!